Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube-канал Тутси. И мы наконец-то прибыли к озеру Рица. Это жемчужина Кавказа, которая расположена в Абхазии. Сейчас я вам расскажу немного об этом озере, но сначала небольшой вопрос. Посмотрите, вот на вершины этих гор. Сверху просматривается лицо человека. Это великан. Вот кто его видит, напишите в комментариях, что вы его увидели. Там лежит человек и отчетливо видно его лицо. Высота этих гор более 2500 метров, то есть 2,5 километра. А теперь о самом озере. Во-первых, оно очень красивое, посмотрите, очень чистая прозрачная вода. А потом, это озеро ледникового тектонического происхождения, расположено в Абхазии в Рицинском заповеднике. Чтобы попасть в Рицинский заповедник, нужно заплатить экологический сбор 350 рублей со взрослого, детям от 8 до 12 лет 100 рублей и до 7 лет включительно бесплатно. Так что мой ребенок попал сюда бесплатно. Далее. Высота этого озера 950 метров над уровнем моря. Представляете, как высоко мы забрались? Нас сюда по горному серпантину привез автобус. Мы ехали, там даже были пропасти рядом. Это было немножко страшно и довольно узкая дорога, хотя асфальтированная. Затем, это озеро в длину составляет 2,5 километра, а в ширину, его ширина колеблется от 270 метров до 870 метров. Площадь составляет 127 гектаров. Самая большая глубина зафиксирована, это 131 метр, а средняя глубина примерно 63 метра. Оно довольно прозрачное. Прозрачность в разных местах составляет от 1 до 10 метров. До 10 метров это вообще очень приличная прозрачность, очень хорошая. И посмотрите, как красиво. Облака цепляются за вершины этих гор. Очень красиво. Это совсем не то, что посмотреть на картинке. Я вообще в восторге. И впадает в это озеро крупная река Лаш-Псы. А вытекает из него река Юб-Шара. Вот такое чудесное озеро, которое мы увидели впервые в жизни. Мы очень рады, что мы попали сюда. И просто я в восторге от Абхазии. Когда я ехала сюда, у меня было такое мнение, ну, посмотрю еще одну страну, наверное, это интересно. Но что я буду в таком восторге, я просто не ожидала. И такие фотографии тут красивые получаются. Тут все очень удивительное, очень красивое. Подписывайтесь, дорогие друзья. С вами был YouTube-канал Тутси. Пишите свои комментарии, постараюсь всем ответить. До свидания, удачи всем!